Я напомню, что прописанные в законопроекте нормы еще обсуждаются экспертами Министерства образования, директорами школ, учителями. Будет ли что-то изменено? Спросим у члена рабочей группы директора одной из столичных школ Айжан Шаяхметовой. Айжан Ермухановна, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, сейчас вот всеобщее, как говорится, обсуждается. Вот как вообще проходит данное обсуждение законопроекта, и все ли стороны довольны пунктами или положениями законопроекта? Ну, все одновременно быть довольны, наверное, не могут быть, но тем не менее следует отметить, что идет очень масштабное, широкое обсуждение, открытое обсуждение проекта закона о статусе педагога. И если будут приняты те нормы, которые прописаны в проекте, то положение педагога качественно улучшится, а профессия педагога станет более привлекательной для молодежи. Вот какие принципиально новые поправки удалось отстоять в ходе заседания рабочей группы? Новшеств все-таки много. Проект закона состоит из 6 глав и 21 статьи, в которых прописаны и социальные гарантии педагогов, и меры повышения материального положения педагогов. Например, следует отметить, что большая роль отводится местным исполнительным органам. Так, например, местный исполнительный орган вправе установить заработную плату педагога в размере не ниже средней по региону заработной платы. Или, например, молодой специалист, впервые поступающий на работу, может получить подъемные, может получить льготное предоставление сертификата на жилье. Если эти меры будут приняты, конечно, молодой специалист, скорее всего, не уйдет из профессии. Ну, вообще, если местный исполнительный орган будет таким образом следить за положением учителей, я думаю, все учителя потянутся не только из столицы в глубинку, но и из глубинок в столицу. Итак, вот согласно одной из поправок, учителя смогут выйти на пенсию после 30 лет непрерывного трудового стажа. Это включает 4 года, проведенных в университете. А останется ли у педагогов право продолжить свою работу? Ну, если будет такое желание, если будет возможности силы. Да, эта норма прописана в проекте закона о предоставлении пенсии по выслуге лет при наличии 30-летнего педагогического стажа у педагога. Если эта норма будет принята, то, скорее всего, к закону о статусе педагога будут дополнительно подзаконные акты, которые и будут регулировать данный вопрос. То есть сможет ли педагог получать одновременно и пенсионные, и продолжать работы, либо он должен будет расстаться с педагогической деятельностью, если выбирает ранний выход на пенсию по выслуге лет. То есть это еще вопрос обсуждающийся. А вот учителями, как вы знаете, часто поднимался вопрос проведения собраний, заседаний в субботний день. Вот по новому законодательству появится ли у педагогов два полноценных выходных дня? Ну, все-таки работа педагога, это я вам скажу, сравнима с работой шахтера в шахте. Кажется, как будто бы сидит там, разговаривает с детьми. На самом деле, если ребенку не дать того на самой ранней стадии, в будущем не станет он большим человеком. Да, процесс профессионального выгорания или эмоционального выгорания, это, конечно, очень серьезный вопрос. И поэтому регулировать режим отдыха и труда как педагогов, так и обучающихся, конечно, нужно. В проекте закона о статусе педагога прописано, что регулирование вопросов труда и отдыха обучающихся и педагогов является прерогативой уполномоченного в области образования органа, то есть Министерства образования и науки Республики Казахстан. Здесь также следует сказать о том, что наряду с законом о статусе педагога готовится сопутствующий закон о снижении нагрузки на педагогов и обучающихся. И поэтому вполне возможно при уменьшении этой недельной нагрузки переход на
пятидневный режим работы, как для школьников, так и для педагогов. Вот еще вопрос, Айжана Ермухановна. А вот вы вот обсуждаете сейчас вот законопроект. Когда это обсуждение закончится и когда его внесут, как говорится, положат на стол депутатам? Проект закона сейчас широко обсуждается. Он загружен официально на официальном сайте Министерства образования и науки. Проект закона сейчас проходит процедуру рассмотрения во всех государственных органах республики. Будет рассмотрен проект закона депутатами Мажилиса. Ну и предположительно в мае-июне надеемся, что будет подписан указ, утверждающий закон о статусе педагога. Ну что ж, Айжана Ермухановна, спасибо за хорошие ответы. Я надеюсь, что данный законопроект, как говорится, будет соблюдать в будущем все необходимые условия для, как для молодых начинающих специалистов в преподавательской деятельности, так и уже для тех, кто всю жизнь, как говорится, посвятил этой работе. Итак, напомню, с нами этим утром беседовала директор одной из столичных школ Айжан Шаяхметова.